Ну что же, здравствуй, здравствуй, Пашенди, наконец-то, наконец-то, спустя целый месяц мы с Димычем Андреевичем, здоровайся, Димыч, Здравствуй, Пашень. мы продолжаем для тебя записывать уже какой там, Вторую часть. четвертый сезон, да, вторую серию четвертого Да. сезона прохождения Resident Evil 5. Ну что же, да, наконец-то я починил гнездо у телефона уже еще месяц назад, еще до Нового года, да. И наконец-то он не работает, и Димычу не придется, как в прошлой серии, его держать. Да, но он не Также, вспоминай. если будут у нас ролики, то, разумеется, я вставлю озвучку, да, Димыч? И, может быть, Димыч сегодня чуть-чуть даже поиграет. Поиграет сам. Да, кстати, хочу сказать одну новость сразу. Придется быстренько, чтобы не затягивать прохождение. У меня есть этот джойстичек, который я сегодня по Шенге принесу тебе. Но ты не знаешь. Вообще, прохождение ты увидишь еще через неделю, когда я только его обработаю. Вот он. Вот этот джойстик. Это PS4 DualShock. И сегодня еще ставим будет присутствовать этот небольшой йогуртик для прибавления сил, если что вдруг случится. Только главное не разлить его, как тогда в прохождении на клавиатуру. Когда это было? Где там еще? Ну что же, мы продолжаем. Так, мы продолжаем. Мы перезаряжаем Сейчас у нас бабушка, у винтовку. нее ничего нету. Ну, в принципе, мы должны что-то дать были все равно по любасу. Мы дадим ей эти... Или... Да, давай дадим ей от винтовки. Спасибо. Хочу, пусть она... А, все, да-да-да. Так, и дать ей... За мной должок. Сейчас. Или нам хватит... Нет, мало ли не хватит. Ладно, Забирай, забирай. мы заберем вот Дай это. гранату. Бери. Все. И мы идем дальше. Включаем карту и смотрим, что же будет дальше, пацанючек Пашенди. На клавиатуре намного удобнее, чем на джойстике. Да, кстати, я пробовал на джойстике играть. Неудобно, эта игра больше подходит для клавиатуры, так как тут камера стрельбы удобнее для мыши с клавиатуры, нежели чем для геймпада. Что ж, поехали. Что надо нажимать? Ай! Ай! Димыч, они! Бежим, сока, бля, шеф, быстрее. Шеф, помоги, помоги, пожалуйста, я тебе плачу, я тебе сделаю хорошо. Успели, успели. Успели, ура! Ну, слава богу, успели. Успели. Ну что же, Пашенди, что я тебе хочу сказать? Прохождение будет также на 30 минут, надеюсь, мы уложимся. Потому что в прошлый раз почему-то мы уложились на не на 30 минут, а на 37. Ну да ладно. Блин, кстати, тут же... Секундочку. Сейчас, секундочку. Такие же настройки, кстати, в Resident Evil 7 есть. Вот что мне надо было. Это мне надо. Мне нужна инверсия. Мне с инверсией удобнее играть. Ну и что же нас ожидает? Кстати, что тут со звуком? Еще на полке, что ли, стоит? Что-то звук плохой. Для полной. Так, какие-то у нас тут видео эти как, цепи. Мы их подтягиваем, да? Димыч, прокомментируй этот момент. Нравится ли тебе такое или нет? По мне нет. У меня какая-то полнейшая. Чего? Слышь? Давай, нормально комментируй. Слышь, ты чё, Алё. Хотя бы более изящнее придумали Всё. секретный проход. Почему? Нормально придумали. Это, блядь, нереалистично вообще. Так, тут у нас Где вы начинается вообще в жизни сложный видели момент. такой проход вообще секретный? Ну да. Блять, как древний, как что-то древнее, так сразу такая фигня. Блять, вы заебали. Димыч у нас откликается такими вот нехорошими Мне комментариями слышно хорошо. на хорошими комментариями на хорошую игру он откликается. И он, разумеется, получит после этого видео от меня, ну,
после этого видео от меня пиздюлей хорошеньких. За такие комментарии, блин. Ты мне ссадил. Батька его накажет. Да, Димыч? Батька тебя накажет. Да, батька накажет, а ты нет. Слышь, я есть твой батька. Шучу. Да? Доказать. Сударь, доказать. У меня ремень есть. Так что... А у меня хуй есть, побольше. Кто да. сильнее? Ну что же, после таких небольших споров мы продолжаем идти дальше. Да, мы попали в какое-то странное помещение. Да, это все подземелье, это все... какой это сезон, кстати? А, это не четвертый сезон, это третий сезон. Блин, это третий сезон. Я вначале сказал четвертый, по Шенди, извиняюсь. Это третий сезон. Так, и что-то мне кажется, что сейчас у нас будет какая-то жесть. Жесть, так сказать, сейчас будет. Хотя что-то врагов не попадается. Да ща, это тебе так кажется, сейчас жопу рвать будет конкретно. Да. Это лаунчер. И не зря гранатомет попался. Граната? Нет, мы его берем. И вскоре в магазине уже появятся у нас патроны от этого гранатомета. Ну, то есть снаряды специальные. Потому что патроны это звучит как-то мягко. Mm-hmm. Осмотри. Ясно. Иди к другой. Да, я пойду. Слушай, Пашенди, тут небольшой такой бонусик для тебя. Может, я сейчас Кирилл Олегович предложу. Может, Кирилл Олегович, хоть и с дикими фризами, но ты демку запишешь для Пашенди? Можно попробовать. Резидента. Можно попробовать чуть-чуть. Да, продемонстрировать, так сказать. Ну как... да, демку попробую Resident Evil 7 записать, потому что мы это видео записываем уже 29 января, а на выше 24-го. Демку можно, в принципе, попробовать. Так, все, значит, мы оставили тут Шеву, и мы должны на другой край перебраться, чтобы тоже цепь другую опустить, вторую. Так что... Сейчас у нас один такой опасный момент, мы играем одним, то есть без Шевы, нам очень опасно. Хотя, в принципе, нам что тут опасно, всего лишь взял, обошел и все. Но мало ли, что может быть, потому что я игру наизусть, в принципе, не помню, но так у меня более-менее помню. Так, что у нас тут? Ничего себе! Стой! Куда ты лечебный спрей забери? Чего? Как? Не, посмотри, инвентарь. Может... Сейчас мы, короче, Шеву... Шеве отдай чего? Не могу пока. Я же от нее далеко забыл. Потому что то, что... Тебя... Запускаем цепи эти. И у нас открывается какой-то проход. Точнее, просто статуя у нас как-то ломается. И просто куда-то назад идет. И что у нас там находится? Ну это нереально, ну это не. Ну это ребята, такой старинный храм. Старинный храм. Блин. Сокровище. Димыч. Так, Димыч, ты давай нормально комментируй, все-таки мы же как бы с хорошей точки зрения ты будешь записывать. Я тоже с хорошей точки зрения комментирую. Что же мне нравится в этой игре, так это озвучка. Я помню, Риджит как-то говорил, да, что. Я помню, короче, я смотрел прохождение Риджита Resident Evil 7, и он говорил, что Capcom не подбирает, короче, людей, и, ну, русскоязычных людей, кто-то озвучивает игры, не подбирают для своей серии. Но почему-то это не так, ведь, ну, только в пятой части, но они подобрали именно да, озвучку. Да, и очень хорошо подобрали. Да, что, ну, реально прям подходит, серьезно. Давай, Шева, опускаем. Еще сокровище возьмем. Нет, мы как бы берем сокровище, да, и плюс еще какой-то проход у нас открывается, да, то есть как бы дальше. То есть я так правильно понимаю, да? Конечно. И что ты скажешь, Димыч? Я. Надеюсь, что-нибудь хорошее, да? Иногда. Короче, еще раз понимаем, еще раз напоминаю, мы записываем месяц спустя вторую серию для Пашенди. Я уже немножко оброс тут щетиной, потому что прошел уже целый месяц. Димыч даже, я даже успел переболеть. Он целый месяц переболел. Димыч тоже успел переболеть. Он целый месяц бомжевал, заболел, успел что переболеть. Только, что только не прошло за этот месяц, да. Понимаешь, Паша? Ух ты, это сокровище. Мы потом продадим. Ходили в бомж сидеть, он там ночевал, в общем. Слышь, видишь, что бороду он, кстати, там отрастил. Я просто 40 лет по пустыне ходил. Ага, с бомжами дрался. Да.
Отбирал у них кусочек хлебушка. Да, с какими-то бомжами вообще сходился, чтобы других бомжей, короче, так, тихо, побить. Начинается у нас, начинается жесть, знаешь, и жесток. Импотенты, которые сексом прибежали своими игрушками поиграться с ним. Так, тут надо очень аккуратно, у меня не так много ХП. Да ну, ой, ё. И начинается. Шева, и... Так. Блин, чё ты умрёшься, как ни хрена себе! А чё? Да что ж, я не успеваю даже ничего делать, там дробовик подсвечен. Нет, дробовик к автоматам, блин, гасили. Блин, я хотел суперударом, короче, сделать. Походу, шеф, я совсем... Шеф, спаси, шеф! Да, спаси, да, правильно. Тимич, комментируй. Давай. Быстро ко мне, Я просто... Режим анимации был. Опять начинается. Как только они не появились, у меня сразу начались проблемы. Так, у меня есть. Отлично. Так. ФПС, в общем, в районе 50 держится. 40 даже. Ну, максимум 50. Вот это очень хреново. Конечно. Сейчас мы, короче, попробуем сделать вот что. Да не апперкот, блин. Двух зайцев одним махом просто завалить не дал. Не. Сейчас. Все-таки я решил не ставить инверсию. В Resident Evil 5 почему-то мне неудобно. Вот странно, в Watch Dogs, в GTA 4 мне удобно в инверсии играть. Почему-то в Resident Evil 5 мне не удобно. Я не знаю почему, но реально неудобно. Может, как-то оно так устроено по-другому, я не знаю. Ну, мы не проиграли, это, в принципе, хорошо. Так, подожди. Так, это мы уже отодвигали, нам нужно сейчас идти прямо. Так, я, в принципе, не ставил секундомер на 30 минут, но я как-то думаю, мы сможем распределиться, как там закончить, да? Да, Димыч? Конечно. Блин. О, там еще одна штука есть. Давай. Только как нам туда попасть? Мы даже спрыгнуть не можем. Заметь, Пашенди, я еще с конца сентября записываю это типа прохождение Resident Evil. Блин, я хотел ему сделать в шею, да. В шею свернуть. Это очень плохо. Что-то я совсем разучился играть, короче. Конечно, это совсем уже чересчур, но... О, траву нам дали. И у меня нет больше места. Хотя у меня есть вот что. Шерл, иди на. Да. Да чё ж ты падаешь? Блин, он меня уже бесит. Ты можешь сесть? О, вот этого я и ждал. Так, давай. Использовать траву. Придется нам немножко с винтовочкой побегать, конечно. Да уж, тяжелые враги, то есть они атакуют намного быстрее, чем Ганада из Resident Evil 4, как ты помнишь, пацанючек. Так что тут надо... Не сюда. Да, за себе намного аккуратнее. Так, мы должны бежать сюда. Так, начинается у нас опять нервотрепка. Так, у нас со счетом один. А, да. О, сокровище.
попал, что ли? Что, мазила, что ли? Теперь попал. Так, что-то у нас было. Что-то было, по-моему, да? По-моему, что-то нам хватит взять. Патроны. Так, судя по звуку, мы уже убили их всех. Хотя, кстати, на самом деле, хочу признаться, что я что-то только за это прохождение увидел это сокровище, несмотря на то, что я эту игру уже раза три проходил. Всего. Раз. Два и три. Так, ну что, да. Поделись, Шевы, подробно. Да. Ой. Дать. Спасибо. Она хоть что-то хоть заимеет. Какие-то хоть патрульчики. Ты ее после прохождения заимеешь. Прям в вертолете. И скажи еще, поиграть в эту игру в шлеме VR и в VR ее заменить, да? Но если бы игра поддерживала такую функцию. Блин, куда идти дальше? У нас карта есть, что мы купим? У нас есть карта. Мы что-то с тобой, Димыч, тупим. Точнее, туплю я. Да? Я прав, туплю я. Так, ладно. Может быть, нам надо сюда идти. Да, я прав. Нам надо сюда. Ага. Сейчас мы идем правильно. Так, Шева, не отставай. Угу. А вон и желтая статуя. Да сколько тут этих статуй-то, я не пойму. Или статуй. Давай, окей. Тянуть. Это, кстати, Паша, не забывай, это версия Gold Edition, так что для тебя я могу пройти дополнение. Lost and Nightmares. Так что не забывай. Ночные кошмары. Да. Которые... А это дополнение Lost Night and Mars может пройти не Кирилл Олегович, а я, потому что я тоже проходил это дополнение. Да, именно Димыч, хоть даже в моих прохождениях, да. Но именно Димыч. И да, кстати, оно... Но если Димыч будет плохо себя вести и говорить нехорошие вещи про Resident 5, то тогда я могу не согласиться. Это дополнение рассчитано на 30 минут от силы, если проходить и все да. Идеально и знать, что как делать. Это если быстро да. Проходить. Я а бы, так, я на минут 40-50. Что это легкое дополнение, я сказать не могу. Зато там... я могу сказать. Ну, если ты проходил, то, конечно. Причем три раза. Первый раз нифига не знаю, что как делать. Да. Второй раз так вот для себя вот уже знаю, что как делать. И третий раз да. На видео. Итак, мы столкнулись с фиолетовой статуей, но у нее нет второй цепи. То есть как мы ее опустим? Пройдем дальше. Нам нужно найти... Мне кажется, что вторая цепь находится у нас внизу. Так, ну нам надо как-то попасть вниз, я думаю, да? То есть как бы, да? Да, вон лестница. Да подожди. А, ну да, там же проход открыт. Ну что ж, Димыч, у нас есть выбор. Но я потом расскажу тебе об этом выборе, потому что я, в принципе, помню. Так, нам внизу. В принципе, первая партия врагов, которые нам встретились... О, господи. Так, ладно, мы хотя бы, может быть, успеем отпустить. На помощь! Ты видел это? Да, ты это видел? Да, я вижу. Твои сумки пришли. Батю проведут. Я бы с помощью вспышки двигал. Давай, резь. Хорошо, мясо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я его не заметил. Шев. Хорош. Ха-ха, одного убил, второй прицепился. Банные риски. А, если, кстати, играть... А если играть... На профессиональной стороне тут вообще просто нет шансов. Я серьезно. Да хватит уже мне доставать. А, вы меня бесите. Реально, чуваки, вы меня бесите. Ну, даже нет этих. А, шеф. Ладно,
Я не знаю, откуда мы начнем. Ну это сложно, реально. Ну что, мы играем на ветеране, понимаешь? Мы играем на ветеране. Нам может быть сложно. Ладно, ничего, тут осталось совсем чуть-чуть. Только одна цепь. Видишь? А где вторая? А, хотя, во время игры нам не поставили почему-то контрольную. Не написано было, что контрольная точка, а теперь на видео написано. Какие вспышки? Дай патронов больше каких-нибудь, чтобы нас стреливаться. А, у нее нету этого вертомета у нас. Где-то от винтовки там патроны тем более. Винтовки? Ну да, потом там когда она прибежит ко мне. Он, кстати, бежит, я могу играть, прикинь. Если это столько сцены, я могу играть. Давай, я со второй цели. Давай, быстрее, пока мне пауки не напрыгнут. Она дура. Я в том плане, что она должна была быть около этих статуй, а она куда-то убежала куда-то в другое место вообще. То есть мы два сокровища получим, получается. Офигеть. Не так все просто, как кажется, да? Давай. Подбегай, подбегай. Почему ты ждешь? Отлично! Тебя мы тоже забрали. Ага, еще чего. Что ж я в него стреляю, хоть что-то не срабатывает. Это Шева, ну слава богу. На. Так, ты Шеву-то мою не обижай. Спасибо, держи. Блин, вот ненавижу, когда приходится сменивать патроны. Можно, в принципе. Блин, я вообще не в ту сторону. Да, давай. Они, у них реально такие прям живые, такие прям эмоции, когда они говорят. Ладно, давай бежать просто от них. Просто давай от них бежать, реально. Я серьезно. Давай, используй. Использую. Мне не нравится то, что он на месте перезаряжается. Да. Запись идет 24 минуты, в общем. 24 минуты. А, да, вот, я совсем забыл, их можно проверять. Так, Пашаня, так что у нас есть время. Времени выбраться из этого места. Да, пройти это место и все. Да. Нужны патроны. Держи. Вот именно так, да. Нам еще нужно какую-то статую с вами забрать. Спасибо. Блин, у нас нет патрона от автомата, поэтому мы не можем ей дать. Нет просто патронов. Белую коробку отдай, 4 патрона и вот это. А, да. А, нельзя дать. Потому что она куда-то делась, блин, как назло. Шева, ну не уходи ты. Не так опасно будет держаться вместе. Спасибо, партнер. О. Спасибо. Спасибо в карман не положишь, вот если бы ты Амин, спасибо мне заплатила. Вот деньжатка. Ладно, шутка. Зачем деньжатки? Можно. Димыч. А ну, блин. Сейчас я тебя за такие, блин. Это Пашенди, смотри, ну еще ребенок. Понимаешь, что ты делаешь? При Пашенди, блин. Вот последняя, походу, статуя. Давай, тянем. Тянем, как репку, тянем, потянем, а вытянуть не можем, да? Цвет, как GTA 4, жжёт. Я, кстати,
проиграли мы, по сути, проиграли мы все пока что один раз. Так что нам еще повезло. Так, походу вон выход из этого. И контрольная точка. У нас что-то сейчас будет. Выход из пещеры. И теперь, Дима, у тебя предстоит выбор. Какой? Убежать или убить. Ну, если ты хочешь выкинуться и хочешь, беги, чтобы потратили патроны, то тогда... Беги, просто беги. Она не дает. Она зажала нас просто. Беги, какой зажала? Просто беги. Да не дает она убежать. Ты тварь, дай мне. Дай мне убежать. Все, беги. Беги, на шею вообще пофиг. Бросай шею, беги. Беги. Смешно, блин, бросай шею. Блин, а где выход? Да пока, теоретически. А, точно, точно, точно. Он шел за тобой, бегает. Короче, у нас есть выбор, либо убить ее, либо убежать. Но если ты нормальный человек, то ну вот, в этой игре нет концовок, то есть только одна концовка, поэтому, в принципе, если мы убежим, то мы не будем пусты. Потому что мы играем на ветеране, тут надо все экономить, все патроны, все аптечки. Ну, ты понимаешь, ты понимаешь, почему мы убежали, пошли? Да. Все равно ее и так убьет, ее жизнь просто замучает и все. Угу. Да она и так уже. Да. Как раз там прицел. Как знаете, раз сейчас сохранение. Кстати, для этой игры также подходит джойстик от Xbox 360, и если целиться этим джойстиком, то прицеливание произойдет как в Resident Evil 4 с лазером. Хотя лазер можно поставить, кстати, и на ПК. Сейчас посмотрим, смотри. Так, у нас есть еще одна минутка. Так, настройки, клавиатура, мышь. А, настройки, экран. А, нет. Настройки, клавиатура, мышь. Нет. Настройки игры. Нет, настройки контроллера. Прицел. Прицел, смотри, поумончай. А, нет. Нет, это нет. Короче, да. Пофигу, давай играть. Да. Вот. Это обзор мыши. Это как? Что за... Я не знаю. Я не знаю, что это такое, но это бред. Мышь для левши? Мышь для левши, блин. Короче... Я помню, как-то можно было, короче, это... Настроить, короче. Да пофигу, не заморачивайся. Это же звук. Ладно, это может быть в этих в основных настройках. Ну, кстати, это аптечка. Это фигово. Ладно. Ну что же, а мы идем дальше. Да, сохраняемся и все. Да, и на этом уже заканчиваем с нашим Димычем проходить. Мур-мур-мур, с вами Энимор и новогодний перемешич. И сегодня мы с вами... Сука! Если вы смотрели вот этот вот ролик, то знаете, что это просто новогодняя версия и продолжение того, что было раньше. Ууу, совсем скоро Новый год. Нахуя ты снимаешь какую-то хуйню? Что, ты готова ехать в клуб? Говорят, там сегодня намечается офигенная тусовка. Ну окей, тогда я выхожу. Мам, дай поспать. Еще 5 минуточек, ну пожалуйста. Встаю. Лошара какой-то скинул, короче, блядь. Лох просто скинул. Лох! Лузер! Самое время выпить молочка. Это что, носки? О, они такие классные, спасибо. Кто-то вас сейчас всех слопает. Ебать, какая охуенная покупка. Иди уже печь, ёбаное печенье! Понял, нет? Я просто хочу ёбаное печенье! Но нет, блядь!
Нахуя тебе еще два стула, блядь? Ты даже не можешь оторвать свои яйца от дивана, чтобы пойти из... Да натер, лошара, конченая, блядь. Я не знаю, кто ты, блядь, но я тебя найду. Слышь, ты ушлёп. Короче, Паша, не надеюсь, тебе понравилась новая озвучка. Ведь когда мы сейчас с Димычем играем, ее еще нет. Но когда ты смотришь, она уже будет, да, Димыч? Конечно. Ну что ж, мы прошли голову. Да, это конец головы. Да, голова была не тяжелая. Хотя, вначале была тяжелая. Помнишь, как мы в первой серии-то я постоянно проигрывал, да? В этот раз я проиграл всего лишь один раз, и я не убил летучую мышь. В принципе, этого делать не стоит. Хотя, если вы играете на легкой, то можно делать все, что... Вот, время зачистки. 49, 10 икс смертей, 10 смертей. Время зачистки 54. Ну, это в общее время всего, да? То есть, почти час. Ну, то есть, 30 минут тогда, 30 минут сейчас. Почти час. Ранг Б. Ну что же, нажимаем. Окей. У нас сейчас следующая глава. Ну и мы на этом, думаю, закончим. А закончим мы на оружии. И что же мы можем купить? Ну, как я уже говорил в начале вообще еще первого сезона, мы можем. А нихера не можем. Да. Ну, потому что это будет как-то неправильно. Все-таки мы должны находить за игру всего. Так что... Максимум Шеви можем дать. Ладно, потом ей дадим. Да. Короче, ну что же, покупать я ничего не буду, хотя, в принципе, в магазине много всего хорошего, можно вообще оружие прокачивать и покупать, но это будет как-то неправильно. Это будет для слабаков, а мы с Димычем сильные, да, Димыч? Да, Димыч, тихо, ты что ты? Поэтому мы должны стараться пройти игру без всяких покупок. Ну, конечно, если мы потом... будем проходить боссов, и у нас будет уже не получаться конкретно, то там уже придется покупать, уже выбора не будет. Ну, а все по Шенди. И, кстати, да, я действительно перепутал. Вот у нас третий сезон, а не четвертый. Я уж просто все позабывал, нахер. Много чего произошло за этот месяц. Ну что же. Это была вторая серия третьего сезона. Прохождение Resident Evil 5 с Димычем. Димыч, скажи. Пока, Пашень. И увидимся с тобой в третьей серии пятого сезона, которая выйдет, ну, так скажем, не очень скоро, только когда Димыч согласится ко мне приехать. Так что, Димыч, ой, Пашень, удачи тебе, пацанючек, и пока. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, тебе понравилась новая озвучка. Все, смотри и угорай. Пока.